зря ушел, здесь отличное место. Есть еще, рядом прям со мной. Там еще что-то машинка сейчас какая-то приедет, триггер, так что не пугайтесь. У них есть авиация? Это наша 10. А, точно. Вот желтая метка, там буквально надо 100 метров им там это поле перебежать. И там сразу заборчики, кусты и все, заходи в город за милую душу. Так, Викер, я ушел с метки, сейчас спущусь ближе к центру. Есть авиация? Это наша 10. А, точно. А так? Всех разбомбит. Там инкота должен летать. Так инкота ж не пилот. Но тем не менее. Нас же море сбывает мехотом. Без грибов. Обязательно. Чё? Вкусно? Конечно. Грибы отстой, с бёрником. Вообще нормально. И грибы не люблю вообще, не ем. Сибиряк, который не ест грибы? Че? Сибиряк, который не ест грибы? Да, конечно, а че такого? Охренеть. Это мясо, блять, если сибиряк, который не ест мясо, вот это нонсенс. А грибы-то, конечно, у нас навалом их прессут. Да я просто услышал шепот Векера, когда он начал про грибы тут загонять что-то и мясо, и я решил перейти послушать. У вас так тиховато. Кулинарная история. Ах, еб... Ты следи за ними, может они сейчас шашлык там жарить будут. Слежу, у меня бинокль. Так, говорит, Юки, у вас только можешь подходить триггером. Что там, переместишься на юг? Понял, бегу, бегу. Я смещусь на восток. Не выходи из триггера только. Как раз та позиция, я решай там поставил. Самое, да, оптимальное, близкое. Где-то юго-восток, по-моему, да. От меня ровно восток. Слышу, Бэху. Ребята, дверка. Восток. Работает. У меня. В упоре или ты в лесу? Как ты в упоре? Я ранен очень сильно, сейчас без сознания упаду. Пеха живая, восток. Там без сознанки возможно. Море, займись.
покажу обратно, вон там бар взял семерку себе. Файтер, сейчас я его перевяжу, в метку поставлю. СВД, СВД юг. Морис. Я на... Уходи. Актер. Уходи, Морис. Я как уходи, он шел за мной и опять упал. Ну задымите там, господи. Морис, просто кричи, я услышу тебя. Файтер, я за тебя. Короче, нас где-то ближе, СВДшник, если там ничего. Че, не даст раскладываешь? Секунду. За деревом, ровно моя метка. Ближе к дороге, да? Да-да-да, он прямо у дорожки сидит. Сейчас, подожди, отсчитаю. Третье дерево. О, выглядывает еще сюда. Мне с моего ракурса не видно его. Тебе в мой банк. А, вижу. По-моему, стекло не прострелится у моего дома, отлично. Везде бы такие стекла. А ты сейчас по нему стрелял, да? Да, да. Стекло не разбилось, да? Дерево попадало. А у меня не было там ни щепок, вообще ничего. Не-не, я видел щепки. Да, давай, актер, на сторону. Еще правее. Еще. Вот так нормально. И немножко дальше туда, вглубь, скорее всего, надо. И из триггера раз парочку с собой забрали. Проходим, давай в триггер замещаемся. Сбивай. Вижу, вижу ее. Пускай встречу. Выбил. Хорошо. Выбил. Вторая попала. Блядь, вижу. Дышка нет, блядь, но она жива. Короче, бездвижный пиздец, рано или поздно будет. На стриге? На дороге стоит. Все, я вроде борьбу. Все, я дал второй по ней. Все, молчим, да. Я тоже трубой попал по ней, блядь, что там, пиздец, не убил. Борис, иду к тебе. Еще один. Мидас, живой? Мидас. Хороший площадь. Да-да-да. Она живая все еще. Она живая, ебаный рот. Сейчас дам по ней. Файтер, возьми у Майка семерку. А где ты, Майк, вообще рискуешь? Он должен прийти сюда. Я в Морисе сижу. Спешился, мехвод. Он ползает за ней. Там внизу левее. Да, я видел. Сейчас иду. Морис, я Файтер. Тебе. Сейчас. Файтер, ты заберешь трубу? Ты где именно? На метке СМ, где в ангаре, Морис мне лечит. Блять. У нас 40 в поле, противник. Деревянный, что ли, блять? Да-да, я в ангаре. Метка моя, смотри где. Себе выкинул прямо на первом этаже, я пошел работать. Че, это живой? Да. Помощь там не нужна? Нужна, я иду. Идут, прям вдоль дороги идут. Слева, справа? Слева, ушел налево. Ты далеко. Заходи, там, где снайпер был, Шайтаныч. Понял. Туда ушел. Актуальная на мне. Иду в триггер. Я на пару. Че с бэхой в итоге, я так понимаю, ее чинишь, что ли, подымай? Думай на моей метке, чини. Бэха минус там. Чёрт, ты меня сможешь дойти или нет? Да-да-да, дойду. У нас юга уже там, юго-запад, гранаты рвутся в триггере. Надо, чтобы кто-то западнее смотрел.
Морис видит. Блядь. Сдвигаемся тогда. Вейкер живой? Вейкер. Да-да-да. Возлик. Блять, на севере где-то стоит. У нее или выбито что-то, трак, наверное. Они... Там союзники, с юга союзники. Принял. Мать, слышишь? Союзники. Да. Да-да-да. Принял. Запада еще подходит враг, за ним следом еще наш. Тогда стягивайся более западнее. Ну, логично. На северо-востоке за белым коровликом слышу шаги. Не убивай свои. С мягким знаком. Я да. Пеха залетела в триггер. Залетела, не успел. Не знаю. Да ладно. А, мы выиграли, отлично.
Если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступны только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.